Глава Среднеазиатского митрополитчьего округа посетил сразу три прихода в городах Ташкентской области. В день молитвенного поминовения собора 70 апостолов митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий совершил богослужение в Алмалыке, Ахангаране и Ангрене. В храме Успения Пресвятой Богородицы Алмалык архипастырь совершил божественную литургию в сослужении духовенства. А по окончании службы митрополит Викентий, обращаясь к прихожанам со своим назидательным словом, рассказал о значении прошедшего праздника Рождества Христова и наступившего крещения Господня. Он своим пришествием осветил кого? Нас, людей. А сейчас он и нас, и природу окружающую освящает. Благодать святой воды, а ясность святой великой, она освящает все. Поэтому мы приходим домой с этой водой и окрепляем все. Всем жилище. И скот, и там все, то, что есть. Господь все освящает. Затем архипастырь направился в Ахангаран, в храм апостола Фомы, где совершил молебен покровителю Средней Азии, благодаря которому в этих землях уже в первом веке новой эры прозвучало евангельское слово. А после владыка совершил уставное богослужение в молитвенном доме в честь иконы Божией Матери взыскания погибших города Ангрена.